Привет всем! Вы на канале Позитивный Огород. Грибники снова пришли за грибами. Сейчас пойдем посмотрим. Может быть, грибочки какие-нибудь найдем. Такая вот природа у нас. Погода шикарная сегодня. Очень красиво все везде вокруг. Вот какой грибочек. Березка и старая тарелка. Такой вот грибочек. И пикники здесь проводят люди. Вот какая речка. Небо отражается. Здесь вот так вот пойдем аккуратненько проходить. Тут надо и подниматься. Такая вот красотища. И здесь поднимаемся. Такой вот молодой тольничок. Даже он сухой. И крапивой тут все заросшее. Вот как отцвел осот. Целое поле отцветшего осота. Какая красотища. Такая вот красотень. Пушинки летают. Такой вот у нас сибирский лес и поле. Или небо такое красивое. Такая красота. Сейчас пойдем здесь по отцветшему осоту. Какие пушиночки. Боярки в этом году совсем нету. Птичкам ничего есть будет. Осенью, зимой. Пустые кусты. Боярышник сухой весь. Вот встретили такие мухоморы. Один. Здесь вот еще один мухомор. Вот какие старые березы. Такая вот зелень. А внизу все сухо. Все засохло. И вот какая интересная березка, как шарик. Вот уже листочки костяники уж какие багровые такие становятся. Вот как все заросло крапивой. Все в крапиве. Заросшую. Вот идем к грибам, если они есть. Вон. Вот такие мои леди, очень грибы. Как они достаются к деревне. Вот какой березничок.
Такие вот красивые места. Такая вот речка. И вот нашли такие вот грибочки. И вот такой вот боровичочек. Какой красавец. Срезать его. Он какой толстенький. И вот еще такой боровичочек. Ой, какой красавец. А вот это, наверное, поганка. Поганка. Вот тут же, наверное, поганка. Поганки. Это тоже поганки. Посмотрим. Вот какой рядочек. Еще грибочков. И вот такой вот подберезовичек. Хорошенький. Идем, идем. И вот еще один. Тоже, наверное, старенький этот, старенький. Ой, какой большой он. Вот-вот он маленький. Такой малышочек. Такой малышок. Это какой-то здоровенный, уже старый. Уже испортившиеся они. Тут нет, наверное, больше. Тут нету. И вот такие вот грибочки растут в этом лесочке. Вот они. О, их сюда на меня. Вот один. Вот. Какие красавцы. Вот он. Какой еще гриб. Какой же дурак, взял еще мешок. Грибочек. Ну, это чернила. Такая вот речка. Извилистая. Так вот извивается. Грибники ведрами только стукают. Грибочки вот такие вот. И вот таких вот два красивых, большущих боровичка. Даже три. Такие вот. Красавцы. Красавцы такие. Вот такие вот подберезовички. Два штучки. Вон там еще маленькие. Под такими березками и подберезовики растут. Вот большой грибок, боровичок, какой красавец. Вот таких вот два маленьких боровичка. И вот еще под березкой вот такой вот, такие вот боровички. Вот один. Это еще один. Это не боровики, это подберезовики. Такие вот. И вот такие вот здесь берега. Обрывистые. Тут уже порезал. Вот какой бурьян.
Такое бурьянище здесь. Со всех сторон. Все заросшее травою. Так надо пробираться здесь. Что-то бурьян. Это смородишник. И вон там пойдет лесочек. Такая вот березовая рощица. Вот какой боровичок. Лесовичок. Опа. Какой красавец. Вот лесной хмель. И смородинка, только ягод совсем нет. И крапива вот такая. Такой вот лес. Ужасный. И вот такое вот красивое поле отцветшего сота. Ну так и спасибо. Кто-то где-нибудь так непременно перейдет. Вот какой еще ручей сейчас только переходили. Глубоченный. Ой. Там еще где-то впереди. Так все заросло. Бурьяном. Я только подумал. Потом придет. Это еще какой большой гриб. Грибы уж идти насобираешь еще. Еще один. Какой грибочек. Нет, это я тут мягко стал. Вот еще каких два грибочка нашли. О, а бабочка таких симпатичненькие. Ой, какие. Ой, штепа. Опа. Ой, вон, смотрите-ка, еще один. Шляпочка торчит. Какая красивенькая. Лучи к ним. О, какой. Хорошенький грибочек. Вот какие красивые грибочки на дереве растут. Все деревце. В таких вот грибочках. Какая красотища. Такая вот красота. Такие вот подберезовики и боровички. Такие вот грибочки.
Ну, знаешь, какие малюточки. И вот еще один, какой он красивый гриб. Какой совсем-совсем крохотный. Вот сидит такой грибок и ждет нас. Пока мы его срежем. Он красивенько. Опа. Опа. Такой вот красавец. В коряшках таких любят грибочки прятаться. Лягушечка. Это не лягушечка, даже не жабка. С бородавками. Это жабка. И вот такие вот опять грибочки в этом лесочке. Собирали вчера, собирали и не дособирали. Опять полное ведро. И здесь гриб. И вон там все в грибах. Вокруг одни сплошные грибы. Вон там вот грибище. Раз, два, три. Вон там какой гриб стоит хороший. 4. Вокруг только одни шляпы грибов. Все в грибах. Будем собирать. И там, смотрите, какой красавец маленький. Все в грибах. Бабушка собирает грибы. Много грибочков. Таких вот красавцев. Даже под листочками прячется. Смотрите, какие. Красота. Вот в другом лесочке набрали полмешка вот этих вот подберезовиков. Целый вот такой мешочек, полмешочка. Всякие разные. И в пакетике мы брали подберезовиков. И вот такое вот ведерочко боровичков. Такие вот красавцы. Боровички. Такие вот красивучие. Молоденькие, свеженькие боровики. Ну а всем тем, кому данное видео понравилось, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями, заходите почаще в гости и пока-пока. До новых встреч, всем самого-самого наилучшего.